Среднее время прохождения судов по Панамскому каналу составляет 9 часов. Сейчас мы пролетим из Атлантического океана в Тихий. Вначале нас встречают три шлюза, где мы поднимаемся на высоту плюс 26 метров. С двух бортов нас ведут 6 электровозов, так называемых мулов. Дальше мы идем по направлению к озеру Гатун, где каждый вечер или каждый день идут дожди. Если бы не было такого обилия влаги, то Панамский канал бы не смог пропускать такое количество судов. На подходе к Тихому океану нас ждут еще три шлюза, где мы понижаемся на уровень Тихого океана и заходим в озеро под названием Мирафлорес. И под вечер мы постепенно выходим в Тихий океан. Хотите узнать больше о работе в море? Подписывайтесь на канал «Дневник моряка».